Мне предложили хорошие условия, и я согласился, потому что очень красивый город, мне очень нравятся Афины, и чемпионат тоже, в нем есть свой интерес, очень сильная команда, против которой нам предстоит сыграть в суперфинале, и я очень хотел бы там выступить и проявить себя. Kallinikos Kreanga, легенда тоже настольного тенниса, он очень сильно раньше играл в Gionis, я со всеми играл, со всей греческой командой я играл, все играют очень хорошо, очень сильно, да, 3-4 человека всегда в Греции играли на высоком, очень высоком уровне. У нас в школе была секция, я решил туда пойти чуть-чуть позаниматься, и вот так получилось. Потихонечку стал увлекать, стало нравиться, и да, я остался в этом виде спорта. Я считаю, настольный теннис очень красивый, зрелищный вид спорта, очень интеллигентный, многофункциональный. И я считаю, некоторые моменты даже для здоровья, для зрения, для много моментов очень полезных таких. Вот. И, конечно же, хочется, чтобы настольный теннис популяризовался очень сильно во всех странах, не только в России, вообще во всех. Конечно, мы тоже, в свою очередь, постараемся максимально сделать, чтобы как-то популяризировать, и чтобы настольный теннис в скором времени стал не только в России, но и вообще во всем мире на первых этапах. Хорошо, я сегодня чуть-чуть был уставший после дороги, но я неплохо играл, я выиграл самое главное. И самое, что главное, наша команда выиграла. Все играли хорошо, все старались, и внутри команды коллектив очень хороший, все добрые, приветливые, я всех знаю, и мне очень понравилось сегодня выступать. Да, но это тяжело, но я привык, это моя жизнь, я уже к этому привык, я к этому адаптирован, и я считаю, нормально.